объединение, которое будет лоббировать интересы блокчейн, создано в Вайоминге, США. О появлении блокчейн-коалиции было объявлено 14 ноября. Эта организация призвана оказывать юридическую поддержку небольшим компаниям и командам разработчиков, а также заниматься продвижением изменений правовых норм для создания более благоприятных условий работы в инновационной индустрии. Исполнительный директор группы Дэвид Поуп сказал: «Миссия Вайоминской блокчейн-коалиции состоит в том, чтобы ознакомить жителей Вайоминга с возможностями технологии блокчейн и использовать ее для сокращения расходов, упорядочения административных процессов и стимулирования возникновения новых предприятий в Вайоминге». Создание коалиции уже поддержали Джим Герингер, бывший губернатор Вайоминга, Мэриан Ор, мэр Шайена, Патрик Бирн, главный исполнительный директор Overstock.com, Кейтлин Лонг, президент платформы смарт-контрактов Symbiont.